Всем привет! В этом видео поговорим о том, что в Башкирии построили завод по производству изоляционных материалов. Вчера в Башкирии, на территории опережающего экономического развития Благовещенск, был введен в промышленную эксплуатацию новый завод по производству изоляционных материалов. В церемонии запуска предприятия принял участие глава республики Ради Хабиров. Производственная мощность нового завода позволит выпускать 25 тысяч огнеупорных базальтовых прошивных матов в год. Это огнезащитный материал. Он активно применяется в процессе строительства в качестве изоляционного материала, в частности для защиты от перегрева высокотемпературного оборудования. Новое капиталоемкое производство актуально для внутреннего рынка. К настоящему времени российские компании вынуждены импортировать до 70% от общего объема закупаемого изоляционного материала. При этом с увеличением объемов строительства объемы импорта данной продукции ежегодно растут. Интерес к приобретению данного материала проявляют нефтехимические предприятия, строительные компании и организации жилищно-коммунального хозяйства. Часть произведенной продукции новое предприятие планирует отгружать на экспорт. Выход завода на полную проектную мощность состоится во втором полугодии этого года. Суммарный объем инвестиций в реализацию проекта составил около 2 миллиардов рублей. На новом заводе будут трудоустроены 112 специалистов со средней заработной платой в 52 тысячи рублей. Изготовленный на новом предприятии изоляционный материал позволит уменьшить величину теплопотерь, является важным фактором увеличения энергоэффективности объектов капитального строительства. Инвестором проекта является российская компания «Квадро». Новое производство должно быть высокорентабельным. Компания «Квадро» планирует полностью окупить затраты на строительство в течение 6-7 лет. Стоит отметить, что это уже седьмая по счету введенная в строй производственная площадка на территории особой экономической зоны Благовещенск. Суммарный объем привлеченных инвестиций резидентами экономической зоны превысил 5,5 миллиардов рублей. Строительство новых заводов и производственных объектов позволило создать на территории региона свыше 3,5 тысяч новых рабочих мест.